В редакцию нашего телеканала обратились жители Заволжского района Твери. Долгое время они добиваются приведения в порядок своей придомовой территории, которая после ремонта на теплосетях больше похожа на зону боевых действий. Жильцы обеспокоены не только внешним видом своих дворов, но и безопасностью детей и соседей. Подробности в материале нашей съемочной группы. Двор дома номер 52 по улице Паши Савельевой. В сентябре этого года компанией «Тверская генерация» здесь проводился ремонт теплосетей. Трубы коммунальщики в порядок привели, а вот о дальнейшем благоустройстве территории не потрудились подумать, возмущаются местные жители. Оставили после себя вот этот мусор, изломанные ящики мусорные, вон буи свои оставили, кучи плит, щебня, гравия, асфальта. Все здесь засыпано. Хорошо спасли деревья от большего продолжения этого безобразия. В итоге сейчас двор дома номер 52 по улице Паши Савельевой больше похож на зону боевых действий. Вместо газона песок, повсюду остатки от обмоток труб, урны и скамейки повалены. Отдельные элементы детской площадки в крайне плачевном состоянии. Кто по этим барханам будет ходить? Детей сюда не пустишь. Кругом плиты, обломки, возможно, где-то арматура торчит. Будут здесь своих, сами видите, никого нет. Время уже 11 часов, и никого здесь нет, и не будет. Ремонта придомовой территории местные жители добиваются вот уже около 2 месяцев. Пишут обращение в Тверскую генерацию, обращаются в администрацию города. Однако пока ни ответов, ни благоустройства. Впрочем, в этом дворе коммунальные службы хотя бы потрудились зарыть котлован. Чего не скажешь о дворе дома номер 55 по улице Седова. Здесь работы на теплосетях завершились еще в начале осени, однако по-прежнему жильцы вынуждены наблюдать оголенные трубы. Раскопали здесь, потом здесь дороги все разрыты, раскопаны, неухожены. Ни машинам проехать, ничего. Потом здесь и по технике безопасности. Местные жители всерьез опасаются за свою безопасность и безопасность своих детей. Если в дневные часы место работ видно хорошо, то ночью в темноте сюда может провалиться любой, в том числе ребенок. Ведь ограждения здесь установлены, кажется, просто для проформы, а некоторые из них и вовсе повалены. Чтобы узнать, когда во дворах на Паши Савельевой и Седова будут приведены в порядок придомовые территории, наш телеканал отправил официальный запрос в компанию «Тверская генерация». К сожалению, предоставить информацию к выходу этого материала в эфир в теплоснабжающей компании не смогли. Мы продолжим следить за развитием событий и расскажем вам о ходе восстановительных работ на этих участках.